Микрорайон для военнослужащих. Пожар, по-моему. Да, вот отсюда что-то, какой-то дым прорывается. А вот этот дом уже заселен. Вот видите дым. Вызываем пожарных. Давайте посмотрим, что же там горит с другой стороны. Ну, то ли что-то жгут там, то ли что. Но дыма и вони, конечно, много. Оперативно приехали пожарные. Сейчас они будут этот костер тушить.